Привет, друзья и гости моего канала. Вышли с козочками прогуляться. Погода красивая. Немножко даже показалось солнышко. С утра у нас лил дождь. Травка еще немножко мокроватая. Но уже поля начинают зеленеть. Травы уже много, реально можно пастись. Ну и козам, конечно же, очень хочется травы. Хочется веток, свежей зелени. Пока что мы гуляем только вдвоем. Тайга и каштанчик. Тару с собой не берем, да она и не очень хочет. Она не оставляет своих деток, очень переживает за них. Сначала Зару пробовала доить, теперь я ее оставила в покое. Начну доить после того, как уедут малыши. Вымя у нее небольшое, малыши все выпивают. Даже показалось, что они немножко худенькие такие. Пробовала их докармливать молоком тайги, но реально они бутылку берут, но пить они реально не хотят. Они играются, сосут, выплевывают. И я сделала вывод, что молока им точно хватает. Девочка наша заставила меня понервничать, и все, я еще переживаю, как будет. Повредила малышка свой глазик, я не знаю, или она засыпала его, или уколола, без понятия. Но одним словом заметила, что глаз она прищуривает. Принесла антибиотик капать, глазик открыла, глазик покраснел, с беленой некрасивый очень. Надеюсь очень, что лекарства помогут. Ну а если глаз не пройдет, я думаю, что девочка останется у нас в хозяйстве. Не планировала я оставлять в этом году никого, но я думаю, с таким дефектом никто купить не захочет, а просто подарить хорошее животное, высокопроцентное, я тоже не хочу. После дождя такой хороший воздух, свежий. Прям вдыхаешь приятно. Козы с удовольствием поедают дикую малину. Вкусные ветки. Последних несколько ночей у нас были очень холодными. Мороз был примерно до минус 4. Первую ночь я прятала помидоры в теплице, укрывала укрывным материалом, агропленкой. Некоторые помидорчики немножко прихватила. Следующей ночью мы заносили в баню, закрывали. Вообще переживала, что клубнику сморозит и вообще все подморозит. Нам на днях привезли теплицу. Собираемся устанавливать. Еще не устанавливали. Распахали нам нашу территорию, поле. 6 соток. Хочу там сделать грядки, наверное, под клубнику. Немножко символически посадить картофеля. Ну, будем смотреть, потому что там поле такая целина была. Частично там была посажена малина на получастка. Другая половина участка просто высажена трава, клевер. Хочу частично свою малину туда посадить. Одним словом, работы там будет очень-очень много. Немножко начала. Если честно, тяжело. Тяжело получается, тяжело выравнивается это все. Ну, как-то будем стараться. Насмотрелась роликов, как осваивают целину. Так как бы показалось мне, что это просто. Но на сегодняшний день я вижу, никакой простоты тут нет. Поэтому по чуть-чуть придется осваивать это все. Придется все мульчировать, потому что трава будет точно расти. Очень хочу в этом году посадить картофель под сено, под солому. Было много роликов таких. Как раз у нас есть сено, несколько рулонов заплесневелого. Также хочу тыквы посадить. Ну, что сможем освоить, то освоим. А на остальную территорию просто посажу газон пока что. Очень хочу посадить голубику. Как раз купила на днях один вазончик, такой большой красивый куст. Только надо для него найти хорошее место. Ну и правильно, конечно же, посадить. Ну еще докупить несколько. Насколько я слышала, голубика любит расти парами.
несколькими кустиками, чтобы переопыляться. Красотусики мои! Пришла я на утреннюю дойку. Масики мои кушают. А смотрите, какое еще у меня тут чудо. У нас вылупились цыплята. Цыплята из зеленых яиц. 4 крохи. Хулиганчики малыши. Они, сеточка большая здесь. Курица вылезть не может, а цыплята прибегают регулярно к курам.